BMX фристайл – образ жизни или хобби? Москва, Краснодар, Ижевск, Казань – и это еще не весь список городов, в которых успел заявить о себе юный чемпион. Какие цели у него дальше и что это за новый вид спорта, узнаем прямо сейчас. Этим видом спорта Анар начал заниматься с 11 лет и по сей день не изменяет своему выбору. Еще в начале своего пути, когда он был неопытен, получал множество травм, из-за которых он не мог заниматься неделями. Но Анар быстро восстанавливался и возвращался в спорт. Спортсмен поделился, что несмотря на свой опыт, ему до сих пор бывает страшно делать руки. Каждый день, когда я сажусь на велосипед, еду на какую-то фигуру, страх всегда присутствует, но я учусь с ним бороться и подавлять его. BMX фристайл – зрелищный и экстремальный вид спорта. Одни используют велосипед для прогулок по городу, другие профессионально занимаются велоспортом. Для них и был придуман BMX – маленький и очень прочный велосипед без тормозов, на котором выполняют зрелищные трюки. Свою карьеру Анар начал в родном Калининграде. Соревнования где-то вот в 12-13 лет были вот в этом скейт-парке, в котором мы сейчас находимся. Поначалу не получалось занимать какие-то места, но в дальнейшем, когда я начал прогрессировать, уже помню, первый раз вот здесь занял первое место, был очень рад. В августе Анар выиграл соревнования 5-й летней спартакиады молодежи России. А уже в начале осени он занял первое место на первенство России по велоспорту BMX фристайл в Казани. Чемпион поделился, что бэстрик – это выполнение одного лучшего трюка на определенной фигуре. Это немного усложнило задачу для участников, но Анара это не смутило и не помешало выиграть. BMX фристайл признан олимпийским видом спорта, и в этом году он дебютировал в Токио. Следующая пройдет в Париже в 2024 году, и наш чемпион стремится туда попасть. Сабрина Изатова, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город».